Приветище, это Супраленд. Я тут стою синенький, вонюченький. Надо бы пойти помыться, но это чуть позже. Дело в том, что в прошлой серии я пропустил. Смотри что. Вот эту вот стеночку. А тут у нас золотишечка. А я же с Кирочкой, я же копатель, соответственно. Что, тут еще что-то есть? А, нет, все, я золото взял и все. Немного тут повонял и побежали дальше. В общем, если ты не смотрел прошлую серию, то советую тебе посмотреть, потому что там куча всего мы наделали. Мы там и дома бомжей сожгли, мы там и в город проникли, мы там и отмылись, и цветочной водой помылись. Ух, сколько там всего интересного было. Помимо этого, мы еще с тобой в прошлой серии зажигали свечи. И, по-моему, я еще одну свечу не зажег. Мы сейчас это проверим. Пойдем. А, и в колодец мы спускались, да, точно. В общем, дофига всего, ладно. Прошлое в прошлом, сегодня у нас настоящее, играем в будущее. Чё скажешь? Погоди, ты уже зажёг все свечи? Ты что, читаешь мои мысли? Эта кастрюля и правда работает. Возьми это и не подходи ко мне больше. Вот засранец. Ну, спасибо, зато благодарность, засранец. Максимальное здоровье плюс один. Все свечки мы зажгли. Он еще говорил про пещеру, как выяснилось, что эта пещера Клеттаун. Вот. Со свечами закончили, пойдем в магазин зайдем, что-нибудь прикупим интересное и важное. Значит, на железную кирку денег не хватает. Могу купить карту. Я давно хотел карту. И меч еще хотел. Может, меч продашь мне? Только сегодня и только сейчас купите. Вот как мне купить? Скажи мне, как мне купить это? Обдиралово. Если мне нужно будет постучать в дверь, я воспользуюсь кулаком. Действительно, зачем тебе вот этот меч? Значит, карту купить или на кирку накопить? Я... Ладно, не потрачу я ничего. Жаб задавил, не буду тратить. Вот, мы еще открыли вот эту дверь. И тут куча всего интересного. Привет. Опаньки. Вулкан открылся. Монеты тоже отсюда качаются. Вот что это кричит, орет. Это радио. Привет, пухляш. Не знаю почему, но я как будто бы чувствую себя легче. Ну ладно, допустим, как мне подняться туда, запрыгнуть сюда, о, и сюда, вот, стой, подожди, здесь, ты посмотри, что здесь с гравитацией, теперь я понимаю, про что говорил пухляш, тут же можно парить, прикольно, можем поправить свое здоровье здесь, за ящиками ничего, ну, предлагаю тогда сходить на вулканчик вот сюда, погнали. Погнали. А, стой, наверное, сюда рановато. Ну да пофиг, я здесь. Это куда я? Ого-го. Я попал в начало. А, ништяк, я смогу майнкрафтовскую стенку сломать. Заново. Чудно. Обалденно. Туда мне никак не попасть. Там дерева нет, запрыгнуть я не смогу. Да. Все, пойдем, короче, майнкрафтовскую стенку сломаем. Где у нас проход в мидпункт? Еще, кстати, у нас вон туда попасть. Вон там еще стенки, смотри, есть. Ну, не стенки, а блоки, которые можно сломать. Если я, например, попробую запрыгнуть вот сюда. Ну, на трауту я всяко-никак не запрыгну. Всяко-никак, не вот так. Древесина нужна. Отсюда вот туда. Нет, не получится. Давай залезем поверху. Вот здесь вот. Все облазю, все проверю, все тайники и скрытые места найду. Не переживай. Так, значит, надо прыгнуть здесь на лампочку. Вот. И сюда. Все, монетки тут собрали. А блоки, блоки выше. До блоков, наверное, вот сюда надо запрыгнуть. Ага, нет, ты туда не запрыгнешь. Да и дальше бы ты не запрыгнул. Двойной прыжок нужен, чтобы туда добраться. Ясно. Туда нам незачем прыгать. Вон там наверху интересно, что это такое стоит. Прям очень интересно. Ладно, все, спускаемся, бежим. Вон она свечка, а вон там вон должна быть стенка. Запрыгиваем сюда. Да, вон она стенка. И что же, куда же? Да ладно, адамантий. Эх. Я его не смогу сломать. Придется сюда еще раз потом вернуться. Печально немножечко, но ничего. Зато не все секреты разгадали до конца. Вернулся все-таки в начало. В начало, потому что я тут еще кучу всего не доделал, оказывается. Во-первых, сундук забыл забрать. Вон тот вот. В самом начале мы его тоже видели. Сейчас к нему туда подлететь попробую. Так, за деревяшечку какую-нибудь зацепиться можно? Куда-нибудь, как-нибудь. Или просто туда подтянуться нужно? Просто есть вероятность, что мне не хватит мощи, чтобы туда затянуться. Ладно, попробуем. Прыгаем вниз. Оп-оп-оп-оп-оп. Нет, не прокатит. А, туда нужно допрыгнуть, смотри.
Ну, вначале прыгаем вот сюда. Чуть-чуть не хватило, двойной тоже прыжок нужен. Эх, когда у меня появится двойной прыжок? Ну, я сейчас попробую так, с одинарным. Воп, допрыгнул, запрыгиваю сюда. Смотри, получилось! И без двойного прыжка. И что тут? А, тут просто монетки. Хорошо. Тогда мы можем еще сходить вот сюда. Мы в прошлый раз хотели туда попасть, но не попали. Не было возможности, смотри. Сейчас я приду. Вот. Цепляемся здесь. Давай, цеплись. Цепляемся здесь и вон туда. Все, перелазим. И где это мы с тобой очутились? А, сундучок. Шикарно. Открываем его. Ух, сколько монеток. Че, мне даже на кирку хватит новую? Да, прикинь, мне хватило на новую кирку. Все, тут вроде бы больше ничего нету. Хотя можно вон туда притянуться. За золото. Я знаю, что наш силовой луч умеет магнититься за золото, но у меня еще нет этого апдейта. За золото и туда перепрыгнуть. А что там? Там что-то интересное. Вернемся сюда чуть позже. Кстати, смотри, торгаша теперь здесь нет. Мы купили у него тогда все апдейты. Остался только его сынок. Давай спросим, где же твой батя? Папочка теперь безработный. На, ну конечно. Мы же все у него скупили. Чем ему еще торговать? Собственно. Все, возвращаемся обратно в Клеттаун. Жители Клеттауна, я вернулся. Я вернулся, чтобы совершить здесь такое, чтобы я мог подняться наверх и надавать люлей вон тому жердяю, вашему мэру. Значит, кирочка, да, мы ее покупаем за сотню. Теперь я могу сломать вот этот блок, по идее. И чё за кирка называется? Чё ты тут говоришь? Спасибо, что купил мне алмазная кирка. Вот, она, скорее всего, адамантий сможет сломать. Теперь у меня есть вот эта чудо-штука, и я думаю, что смогу залезть на второй этаж. Давай думать, как это сделать. Поскольку мы не можем зацепиться своим силовым лучом ни за что на втором этаже, мы пойдем на предприятие Клеттаун. Вот сюда. Здесь стоят вот такие вот штуки, которые нам и помогут туда перепрыгнуть. Я не понимаю, вот зачем этот забор закрыт, если он ведет на предприятие Клеттаун. Вроде бы как. По крайней мере, на значке так было нарисовано. Опа! Опа-па-па-па! Подожди, кирка. А, у меня же кирка обновилась, она стала еще мощнее, и теперь я с двух плюшек убиваю этих гоблинов. Это шикарно! Это великолепно! Значит, первая головоломка. Сюда нужно подтащить электричество. Нет. Вон рычажок, нам просто нужно активировать, он наверху. Здесь пока никак, ничего никуда. Идем дальше. Вот это знаешь что? Вот это. Это железная дорога деревянная. Значит, как нам пробраться еще выше? Ну, конечно же, при помощи своего силового луча. Дерево нас выручит. Собственно, сама железная дорога нас выручила, куда я полетел. Подожди. Поднимаемся. Прыгаем, как спецназовцы. Тут все логично, понятно. Это отодвигаем. Готово. Ага. Значит, наверх нам пока не попасть, хотя очень бы хотелось. О, щитники пошли. Наверху, между прочим, монетки. Подожди, туда же по-любому как-то можно запрыгнуть. Я уверен. Как-то можно... А, во, можно... О, вот так вот сделаем. Кактусы наши все. Там еще и сундук. Так бы-бу. Вот это да, вот это я набрел, так набрел. Но нет, я походу сюда не запрыгну. Я сейчас об кактус как укольнусь. А не хотелось бы. Ну-ка, есть. Я сюда запрыгнул, а сюда не запрыгнул. Никак не запрыгнул, двойной прыжок нужен. Хорошо, тогда если я зацеплюсь за кактус вот так вот. Кто бы мог подумать, что кактус деревянный, да? Я думал, что он как растение здесь. Берем сундук. Открываем его. Здоровье плюс один. Сколько у меня здоровья-то теперь? Вот, кстати, я могу теперь туда допрыгнуть, но что-то рисковать я пока не хочу этим. Пойду лучше посмотрю, что у нас там. Чем позже. А, точно, ты у нас тут. Золото! Я до тебя допрыгну или нет? Как ты думаешь? А, поехали. Спалился в лаве. Если бы его там не стояло... О, где я появился? Нифига себе. Подожди. А, не-не-не. О, чародейка? А она тут была? Почему я ее не увидел здесь ранее? Это твоя штука. Как-то может взаимодействовать с деревом, так ведь? Ну да, и что? И что? Тут где-то дерево есть? Подождите, а где дерево-то? Я здесь вообще не вижу дерева. Она, короче, эта чародейка говорит про какую-то подсказку. Подожди-ка. Я бы мог захватиться вон за ту штуку. Сейчас за знак и примагничу. Надо действовать быстро. Е-е-е! Уху, я здесь. Да-да-да.
Ну чё, идите, сейчас я вам тут морды набью. Ваши прыщавые, кучерявые. А, щит-то не так уж просто пробить. Блин. Чёрт. Лупите друг друга, а? Ударь, ударь вот своего. Да, щитами... А, подожди, а если я отберу у тебя щит? Нет. А, есть другая идея. А ну-ка идите сюда. Блин, там этот чувак. Так, вот сюда сейчас прыгну. А ну идите сюда. Давай, 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 давай. Красава. Вот и все, с вами разобрались. Теперь я понял, про что она имела в виду. Нужно было щитника вот так вот просто скинуть в лаву, он место освобождает, и я прыгаю сюда, и потом сюда. Но я немножечко по-другому прошел тут место, обхитрил игру, если так можно выразиться. На тебе. Готов. Попался. Маленький, злостный, скелетонский маг. Ого, ого. Сейчас, подожди, я вот тут еще не закончил. Куча всякого интересного. Значит, туда я возвращаюсь в город, туда иду на какое-то предприятие. Ага. Наверх я точно не запрыгну. Вон тот бы кубик как-нибудь разбить. Пойдем-ка подлечимся, я три сердечка своих измухрытил. Для этого нам придется спрыгнуть сюда. Может, не стоит? Ну ладно, пошли, прыгнем. Чего сомневаться-то? У меня два выхода. Либо пойти налево, либо направо. Я пошел направо. И куда это мы пришли? Ух ты, какая-то микросхема. Это электропитание. Наверное, я буду подавать. Ну, давай спрыгнем. Ю-ху, кавабунга. Ба-бум. Привет, что расскажешь? У тебя здесь явно чего-то не хватает. Пухляш. Я так устал, пытаясь зарядить это устройство. И чё? Зарядить устройство это надо. Электричество надо где-то взять. И помочь этому чувачку. Сядем сейчас на кнопочку. Нет, не сядем. А, здесь нужны башмаки крутые. Стой, подожди. Я могу вот так вот упасть, но удара нету. Без башмаков нет удара. Хорошо, мы сейчас тут все осмотрим, посмотрим. О, блоки. Это мое любимое. Есть монетки. Тут вроде больше ничего. Вот еще блоки. Стоп, стоп, стоп. Так. Давай-ка мы запрыгнем сюда. Блин, через эти блоки... А, ну тут можно и так запрыгнуть сюда наверх. О, о. Дальность силового луча ограничена. То есть мне не хватит моего силового луча, чтобы дотянуться туда. Значит, а, подожди, а если я... О, вот что нужно было сделать. Это значит, была не совсем кнопка, а выдвигающийся штиль. Или штокль. Какой там сундук золотой, огроменный, крутой. Нажмите несколько раз, чтобы подтянуться дальше. А, это вон туда, наверное. Про это расчет. Здесь я могу что-то активировать. О, привет. Привет, а ты мне для чего нужен? А, все понял, для чего ты мне нужен. Вот так, подержи меня немножечко. Забавно. Подержи меня немножко. Я монетку тут еще хотел собрать. Подожди. Опа. Теперь ясно, для чего вы нужны, щитники. То есть вас не только долбить надо, от вас еще какая-то польза есть. Запрыгнул сюда. И вот он, сундук. Тут еще и лампа такая прикольная. Что тут у вас? О, магнитная пряжка, ё-моё, нифига себе. Кью, это активация. Подняться, спуститься. Все, вспомнил, как пользоваться. Отлично. Блин, вот мне непонятно, вот это железо или нет? Давай сейчас проверим. Нет, это не железо. Это точно 100% не железо. И чего? И как? Подожди, может моя магнитная пряжка сможет зарядить вот эту вот штуку? О, точно! Точно, что-то получается. Но недостаточно. Видимо, надо бегать туда-сюда. Точно! От магнита она заряжается. И мы активировали ее. Прикинь, заработал. Вау, это был электрический. Ну, красава, поздравляй меня. Я тебе помог. Так, а кстати... Прикинь. Короче, надо три раза, видимо, было шлепнуть себе в лицо. А, нет, я все восстановил. А, ну там был же этот щитник, который мне пару раз втащил. Все понятно, откуда у меня так мало здоровья. Хотя я восстанавливался. Сюда запрыгиваем. Значит, теперь ясно, как пользоваться вот этими штуками. Может, я туда залезть смогу? Это же железо. Ну, действительно, что я тупил-то? Вот, залез. Сейчас я просто сломаю его. Отсюда спрыгну и все. Опускайся, опускайся, опускайся вниз. Вниз, 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 вниз.
Побежали. Быстрее, 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 быстрее. Быстрее. Цепляемся. Да, получилось. Собираю сейчас все монетки. Вот. Главное нафиг не рухнуть с этой платформы. Так, ну там вроде железа-то и не было, чтобы туда долететь, вон до того блока. Значит, нам путь только сюда. Ну, погнали. Вон там есть железо. Железо, железо. Допрыгну, интересно, до него? Думаю, что навряд ли. Сейчас попробую сюда запрыгнуть и отсюда вон туда. Должно получиться. Ага, тут трубы. Ух, спасли меня трубы. Но как-то не очень... А, ну вот так вот. Нормально. Вышло, получилось. Где маг? Эй, маг. А ну иди сюда. Получил? Ну, куда ты полетел, дружочек? Выкусил. И последний гоблин. Прыщавый гоблин получил по щам. И нет ему пощады. Значит, пряжку вырубаю пока. Здесь вроде ничего интересненького нету. Есть зато адамантиевая стенка. Могу вытянуть вот эту штуку, притянуть ее туда. Давай это сделаем, почему бы... О-о-о-о-о-о-о-о. Какая интересная вещичка. Сейчас, подожди. Смотри, что тут у нас. Ничего, просто монетка была. Я думаю, мы могли бы с тобой разбить вон ту стенку, если бы вот эта пика стояла бы в другом месте. Вон там, например. Так, из-за пики вот ее поднял. Да, сюда лучше не приземляться вообще ни в коем разе. Роди. Блин. А, ну это же магнит получается. Вот, я делаю вот так. Ага. Теперь я могу дальше примагнититься. Там зацепиться не за что. Но вот та точка мне очень интересна, для чего она. Видимо, за... А, это золото, может за него цепляться потом я смогу. Куда дальше? Вот сюда. Сделаем вот такую штуку. И вот так вот. Что здесь у нас? Вижу, кабель какой-то идет туда наверх. И вниз. Интересно, смогу я допрыгну? Своей киркой. Не, наверное, не допрыгну. А-а, не допрыгну. Черт. Возможно, это даже динамит. Но это не точно. Тут два радио. Дверь не откроется. Кто-то украл рычаг. И ржет. Да, ты даже не знаешь, как пользоваться коробком спичек. Доступ отклонен. Вообще-то я уже столько всего сжег при помощи спичек. Вот эту штуку надо сжечь. Понятно. Понятно, понятно, понятно. Сейчас найдем коробки спички. Коробок и спички. Вот рычаг, во-первых. Откроем дверь. Вот спички, во-вторых. Значит, как я могу это все дело зажечь? Ну, наверное, наверное. Мне нужно подняться наверх. Но туда я не допрыгну. Огонь. Где у нас может быть огонь? Вот я тупанидзе, вообще просто. Вот у тебя коробок спичек, ты вот так вот возьми и зажги, блин. Чё-то я конкретно тупанул. Но, помимо этого, у меня есть другая идея. Так, ребят, смотрите, я прошел. Да ты даже не... А, я думал, он поменял мнение, но нет, он говорит, что я до сих пор не могу пользоваться спичками. Короче, смотри. Спускаемся внизулю. Тут у нас нет никаких секретиков. Давай же, спускайся. Вот у нас рычаг. Ну, это не совсем рычаг. О, как нам это запустить? Рычага нет. А если мы выдернем рычаг или спичку сюда вставим все-таки как-то? Давай попробуем. Почему бы и нет? Сейчас узнаем. Рычаг отсюда выдернуть можно? Вот этот вот? Нет, нельзя. Ну, значит, спичка подойдет. Должна подойти. Я думаю, что... Замут такой. О, я же говорю. Все довольно просто. Идем дальше. Снова вот эти вот штуки. Для чего они? Я их не могу активировать, но могу за них цепляться. А подожди. Ну-ка. А, нет. Это я себя подтаскиваю. И что тут за предприятие у нас? Где это я нахожусь? Опытный водопроводчик? Ха! Говорят, под желтым кристаллом есть какое-то мощное устройство. Вон там. Снова желтый кристалл. Ну что ж такое-то? Отключаю пока магнитную пряжку свою. Получено достижение. Индустриализация. Бег приводит к несчастным случаям. Ну я вроде не бежал. Ну нет, я бежал, но я остановился. Так, подожди. То есть... Вот здесь, возможно, есть мины?
Но я спокойненько все пробежал. Гвозди. За гвозди можно зацепиться. Монеточки. Монеточки, монеточки. Поднимаюсь на самый верх. Пряжка тут не работает. Я думал, вроде все из железа. Финиш. Снова забег нужно сделать, чтобы попасть вон туда и забрать сундук. Ну, сейчас я изучу трассу. Стой. Блин, упал. Сейчас по новой поднимусь, соберу все монетки. Опа. Есть монетка. Давай. Теперь за другой монеткой. Ага. Короче, тут куча всякого, ну, интересного в плане того, что тут есть лазейки, которые позволят мне обхитрить бегуна. Так, и вон туда еще надо спрыгнуть. Тоже монетку собрать. Помимо этого, здесь куча гвоздей, которые также мне помогут. Смотри, можно еще вот так вот сделать. Залезть сюда. О, блоки. Сейчас, подожди, сломаем. Быстренько разломаем. Пару монеток нашел. Вот, и тут тоже гвозди. При помощи них можно туда как-то наверх быстренько взобраться. Сейчас я проверю это. И мы попробуем устроить забег. Вот. Нет, не так. Подожди. Вот так, цепляйся. Так. Ага. Вверх. И вот я наверху, и вот он финиш. Вот так вот надо сделать. Пошли искать бегуна. Он где-то явно здесь находится. Бегун. Бегун. О, монетка. Может, тут еще магазинчики есть, кстати? Здоровье поправлять мне не нужно. Наверх вон туда я попасть хочу. Может, там что интересненькое есть? О, привет, ребят. Вы что тут делаете? Это радио? Вы радиоведущий? Что скажешь? Меня зовут Эрни. Добро пожаловать в команду. Меня зовут Эрни. А, он вон там, он говорит. Ага. Если я с этим поболтаю, он управляет вот этим вот радиоприемником. Меня зовут Ферни. Что тебе надо? Да мне, в принципе, ничего. Можно как-то микрофончики ваши поменять? Местами. Это было бы прикольно. Водопроводчик еще один. Привет. Иногда мы на корточках полезаем через эти трубы туда, куда нам надо. Учту. Кнопка активирующая что? Ясно. Сколько тут рабочих-то? А, ну правильно, я же на предприятии, что я удивляюсь-то? Не знаю, я не знаю, где тут бегун. Так, куча коробок, с которыми я могу взаимодействовать. Картонка дырявая, через которую я могу пролезть. А здесь больше нет нигде дырочек. Вот. Подожди, пряжка, включайся. Бабух, я внутри. А здесь унитазы, они, интересно, работают? Нет, не работают. Значит, я попал в туалет. Хорошо. В туалете хорошо. Но, пожалуй, я отсюда пойду. А наверху это, знаешь, антенна для радио, которая вещает. Туда, в принципе, можно как-то пробраться. Но это не точно. Значит, труба. Ну, пойдем залезем в трубу, посмотрим, куда она нас приведет. Полезли. Так, это где? Она меня обратно выплюнула или что? Да, она меня обратно выплюнула. А что она меня обратно выплевывает? Вышвырнула? А, видимо, труба закрыта с другой стороны. Ясно. Ясно, понятно. Значит, мне нужна коробка. Берем ее. Ставим сюда. Пойдем. Привет. Ты кто такой? Даже не пытайся пронести коробку через эту дверь. Ха, хитрец. Хитрец. Ладно, коробку я проносить не буду. Я придумаю что-нибудь другое. Значит, вот кнопка, которая опускает вот эту штуку. Есть рычаг. А, вот, и мы можем пронести, в принципе, коробку через эту трубу. Правильно же? Правильно. Берем коробку и проносим ее через эту трубу. Вот. Можно даже не... Ну ладно. Насчет несколько я, конечно, погорячился. Возможно, мне хватит одной. Сейчас мы это узнаем. Кладу. Кладу и вон туда полезю. Так, мы теперь... Я же могу на коробку... Нет, на могу... Примагнититься к коробке я не могу. Странно. Могу вот так вот сделать. Вот так вот сделать. Блин, а как мне верхнюю часть-то достать?
Давай, давай, давай. Есть одна монетка. Ну же. Эх, до другой монетки не могу достать. Повыше бы, повыше. Вот так вот. Ну да, до ней вообще никак не добраться. Пока что. Привет. Что расскажешь? Тот вентиль сверху должен открыть дверь. Сейчас попробую. О, получилось. Так получилось. Стой, стой, тут. Нет, уберись. Кидаем заново линию. Так вот. Пока что бодренько. Бодренько идем. Что расскажешь? Так много работы. Нам бы сейчас не помешала парочка мигрантов в качестве рабочей силы. Не говори барону, что я это сказал. Ага. Ну ладно, не скажу, подумаешь. Даже не пытайся пронести коробку через эту дверь. Пф, еще один. Значит, мы сейчас поступим так же, как и в прошлые разы. Там вот что-то есть, я вот прям предчувствую. Туда можно как-то залезть. Открываем трубу. Она перенаправилась сюда. Теперь открываем здесь. Ага. Ага. Коробка нам тут всяко разно нужна. Эту я не сдвину. Здесь что-то у нас не работает. Поднимемся наверх. Коробка, коробка. Как тебя принести сюда? О, радио. Возьмем тогда радио. Что нам-то? Поставим сюда. Стой, 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 стой. Ставим. Нет, оно слишком легкое. Ну хорошо, легкое так легкое. Дайте я монетку заберу. Пожалуйста. Нет, не дадут, походу. Мы же... А есть, забрал. Значит, 4... О, а, подожди-ка. Подожди-ка, если я поставлю сюда. Чего? Сделайте перерыв. А, рабочий подбежал. Ну все, хорошо. Я здесь. Хорошо, возьмем тогда оставшиеся коробки. Значит, они нам точно пригодятся. Эти коробки. Так. А ты-то что тут стоишь? По этой дороге ты можешь попасть к желтому кристаллу. Спасибо. Я как-нибудь сам разберусь. О, у тебя там два диалога, оказывается. Эй, не смотри, так я всего лишь NPC. Я просто стою тут и жду, когда ты что-нибудь сделаешь. Все, не надо так щуриться на меня, ага. Я уже кое-что сделал. Много причем. Так, первая коробка улетела. Вторая коробка улетела. Ныряем. Так, как насчет радио? Как насчет радио? Переместить его сюда. Ну тут поломано. Тут радио никак не воткнешь. Хотя... Сделайте перерыв. Этот перерыв такой долгий. Ну, это же даже к лучшему. Значит, коробка одна сюда. Другую я возьму с собой. А может быть, эту коробку даже не надо было туда ставить потом заново. Так вот. Полетели наверх. Сейчас прыгаю сюда. О, тут есть переключатель какой-то. А, он радио возвращает. Угу. Туда мне не надо, там я был. Мне вот сюда надо. Я сейчас здесь кнопочку активирую. Так вот. Ну, в принципе. Так, давай я сейчас уберу. О, монетка. Сейчас, подожди-ка. Оп. Что, не так? Да что ж такое-то? Ты не кидаешь коробку нормально. Не достать. А, не успел. Да пофиг, короче, что я тут мудюсь? Мудюсь. Берем радио. Кидаем сюда. Беги туда, мужичок. Так будет проще намного. Ты что-то придумал там с коробкой? Ты же пробежал? Да, он пробежал. Вверх, вверх, вверх. А, вот здесь коробка мне понадобится. Стой, подожди. Да. Немножечко неприятненько вышло. Так, если я сейчас тут отключу магнит и просто попробую присесть. У меня получится это? Ну, в принципе, да. Там я на краешек где-то сажусь. Слушай, есть другая идея. Вентиль же железный. Ну-ка. О, 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 о. Ништяк. Я сейчас его через то отверстие вытащу. При помощи своей пряжечки. Пряжечки, пряжечки. Давай, поднимайся. Поднимайся. Я здесь. Давай, 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 давай. Ну же, ну же. Да. Сейчас
Сейчас мы сюда поставим его. Крути. Есть. Привет. Они спрятали что-то очень мощное под желтым кристаллом. Я, в принципе, туда и иду. Мне туда и нужно. Подниму сейчас наверх при помощи гвоздей. Опаньки. Там же я ничего не упустил, вроде бы. Вроде нет. Теперь по трубам, по трубам. Я же все-таки водопроводчик, блин. Так что по трубам это прям мое призвание. Спускаемся вниз. Что же там в кристалле они спрятали? У кристалла. Может быть, тоже какой-то новый апдейт или новую приспособу? Например, телепорт-пушку. Значит, могу туда сходить? Ну ладно. С этим чуть позже. Мне сейчас нужно сходить вон туда. Знаешь что? Чё? Ничего я не знаю. Ого, это кто там такие? Бугаи, скелетики. Туда прям опасно идти. Ладно, рассказывай, чё? Я ничего не знаю, расскажи мне. Там спрятано одно очень интересное устройство. Как бы мне до него добраться? Ты до него не доберешься вообще никак. Я до него доберусь. Я сейчас взберусь сюда. Давай, 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 поднимайся. Вот сюда. О, там что-то есть. Штяк. Короче, надо просто перепрыгнуть. Я сейчас с этой цистерной, с водой, перепрыгну туда, и все. Вопрос решится. Ну, я надеюсь на это. Значит, ну, должно хватить. Там еще труба есть, кстати, между прочим. Ладно, полетели. А, так вот, в трубу спрыгнул, там вылетел. Че я туплю? Хоп. Я здесь. Ой, там куча рабочих, и мне, по всей видимости, надо пробраться вон туда. Смотри-ка, здесь вроде как нету стенки. Ну ладно, я упал. Окончательно вниз. Привет. Они не разрешают нам взять устройство из того сундука. Там что-нибудь очень полезное, отвечаю. Ну ладно, раз ты отвечаешь, я пойду сейчас проверю. Ребята, вы что делаете? Вау, это типа то легендарное желтое сюжетное устройство? Ну, походу, да. Не, мужик, как-то оно мелковато для сюжетного устройства. Короче, я понял, там апдейт для того, чтобы мы могли воспользоваться лучом на вот этих вот кристаллах. Сейчас мы это выясним. Вначале я залезу наверх, потом сделаю вот так. Давай. Оборвалось у меня все. Может, пониже опуститься? Во! Вот так вот. Тут ничего интересного нифига нет. Блок можно сломать? А говорю, интересного нет. Монеточка. Ой, туда пролезть можно? Подожди. Сундук секретный. Что там? Куча монет. Ну, прикольно. Ладно, идем сюда. Эту монетку собрать хочу. Хочу собрать. Походу, никак. Здесь тоже монетки. Блин, сколько тут тоненьких проходиков, которые прячут золото. Не знаю, я вот сейчас не понимаю, мне нужно прыгнуть вот сюда, наверное. Но сюда я не перепрыгну. Вот здесь гвоздик. Ага. Так, теперь... Блин, а как туда-то попасть? Ладно, труба-то мне поможет. Наверное, поможет. А может, не поможет. Так, подожди, смотри, могу вот сюда вот спрыгнуть. Ну, я отсюда ухожу, и тогда... Ну, ладно, пойдем. Пойдем. Вот он, сундук. Так, открываем. И здесь у нас магнитный отталкиватель. Нажмите, когда вы примагните, чтобы оттолкнуться вперед. О, то есть я был неправ. Сейчас, подожди. Когда вы примагните, чтобы оттолкнуться вперед. Shift. Во, прикольно. Вон оно что. Забавно. Вот это крутая штука. Внизу я все собрал? Вроде бы да. Значит, теперь магничу сюда. Собираем монетки. Давай, спускайся. Теперь понятно, как я смогу добраться вон туда. Опа. Юху. Вот эти монетки все собрать бы еще как-нибудь. Так, а теперь как мне туда попасть? Скажите, пожалуйста, как мне туда попасть? Допрыгнул, нет? Есть, допрыгнул. Открывайся. Регенерация здоровья. Ясно. Тут получается все. Можно отсюда смело выбираться.
А, нет, не все. Там еще наверху, смотри. Сколько интересного. Опа. Дальше поднимаемся наверх. Вот. Здесь, о, какая большая монетка. А здесь я почему монетку не собрал, я не понял, как так вышло. Монетка! Как так вышло, что я тебя не собрал, а? Еще и промахнулся. Во, все, теперь все монетки собрал. Все, короче, давай выбираться отсюда. Воу, ты получил увеличение. С таким классным новым снаряжением ты теперь можешь вернуться в Клиттаун. Ну да, и попасть на второй этаж. Здесь еще остались секретные места и вентили. И что ты предлагаешь мне их отыскать? Тебя ждет награда, если ты повернешь все дополнительные вентили. Ну, насчет дополнительных я не знаю, как ты сказал, но дополнительные вполне реально. Ну что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забывай ставить лайки под этим видео и подписываться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующих крутых роликов, на которых мы с тобой, собственно, и увидимся. Так что до встречи!